Сегодня в педагогическом колледже имени Мухтара Ауэзова прошла традиционная ярмарка вакансий. Цель – определения потребностей рынка труда в специалистах, установления связи с работодателями и социальными партнерами, содействие в трудоустройстве молодых специалистов. В ходе нее будущие учителя смогли получить соответствующие ответы на интересующие их вопросы. Подробности в сюжете. Ярмарка вакансий началась с возложения цветов к памятнику Мухтара Ауэзова. В этом году 309 выпускников окончат учебные заведения по 10 специальностям. Стоит отметить, что из 400 студентов, окончивших колледж, в прошлом году 92% уже трудоустроены. В ходе мероприятия были награждены лучшие студенты по итогам года. Главная цель ярмарки – содействие трудоустройства выпускников и оптимизация взаимодействия между молодыми специалистами и работодателями. Цель организации ярмарки вакансий – занятость выпускника, будущего молодого специалиста. Ведь в обществе он уже не должен оставаться пустым. Выделены деньги государства, получили образование на бюджетной основе, по определенной программе «Еңбек» или «Серпін». Если есть обученные специальности с выделением государственных средств по таким программам, то не обязательно быть занятым. В качестве одной из активных форм решения задач подбора и трудоустройства кадров большое значение имеет проведение ярмарок вакансий. Участники ярмарки вакансий поделились информацией, направленной на решение вопросов развития карьеры и личностного развития молодых специалистов. Не думаю, что в учебном заведении, которое носит имя одного из основателей литературы Мухтара Ауэзова, будут готовить специалистов со слабыми знаниями или низкой квалификацией. Молодые специалисты, которые приходят к нам сейчас, и те, кто пришли к нам 30 лет назад, были готовыми педагогами. В ярмарке приняли участие представители школ города и районов. Один из них – детский сад мини-центра «Айналайн». Колледж сотрудничает с данным детским садом в течение 7 лет. Мы пришли сегодня на прием выпускников по отделу дошкольного воспитания. Репетиторы нам сейчас очень нужны. Мы очень нуждаемся в специальностях, которые получают квалифицированное качественное образование. Специально пришли на ярмарку выпускников педагогического колледжа. Мы очень довольны, увидев ярмарку, организованную на очень высоком уровне. Методисты и выпускники каждого отделения показали, что они являются конкурентоспособными специалистами в условиях глобализации, сочетающими теорию с практикой. Уверена, что сегодняшнее мероприятие проходит на высоком уровне. Ярмарка вакансий всех специальностей, которые преподаются в нашем колледже. Ведь лучшие из выпускников нашего колледжа уже представлены. А значит, есть большая возможность работать дальше и делать шаги в будущее. На ярмарке ряд молодых учителей получили возможность трудоустройства по специальностям. Бакыт Гүлгезез, Аслан Ерцпаев, Ильжан Макзумов, телеканал «Семей».